Добрый день, с вами интернет-магазин «Попади в десятку.ру», и сегодня будем записывать видеообзор на пневматическую винтовку фирмы Crossman Trail NP Benjamin. Давайте откроем коробку и посмотрим, как она выглядит. Так. Что входит в комплект? Усиленная нитропружина, оптический прицел. Кстати говоря, крепление под прицел. А, ну да, тут уже есть кольца на самом носке. Откроем ее, посмотрим. Выполнена она достаточно красиво. Акулий плавник, дерево хорошего качества. Довольно массивный толстый ствол. Прицельных приспособлений нет, так как оптика идет в комплекте. Предохранитель возле спускового крючка. В принципе, все пока понятно. Давайте попробуем зарядить и посмотрим, какая же скорость пули. Метров в секунду. Попробуем сделать еще один выстрел. Метров в секунду. И последний контрольный, который покажет реальную скорость, среднестатистическую. Ошибка замера, но, судя по всему, мощность реально в порядке, где-то 190 метров в секунду. Что еще можно сказать про эту винтовку? Ну, калибр 4,5, естественно. Очень хорошая, мощная винтовка. Я думаю, если поставить усиленную пружину нитро, мощность конкретно возрастет. В следующем видео покажем, как именно. С вами был интернет-магазин попадидесятку.ру. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу. Будете получать новые свежие видеообзоры и статьи. Всего доброго, до свидания.